Бусидо. Путь воина. Киёши Тамура против Йоджи Анджо. Йоджи Анджо. Слева на ваших экранах Киёши Тамура. Справа. Тамура! Киёши! Да, вот он, Киёши Тамура. 24 года. Этому парню, он из Окаямы. 200 фунтов его вес и 6 футов рост. Очень неплохо. Он борется на ринге. Достаточно перспективный парень. 10 схваток, 8 побед. Всего-навсего 2 поражения. Это Йоджи Анджо, он из Сайтамы, ему 26 лет. 210 фунтов его вес и 6 футов ровно рост. Он сейчас находится в очень хорошей форме. Также провел 10 боев, но победил только в 4 из 10. Славится тем, что наносит свои удары точно в цель. Не по-самурайски. Не по-самурайски сейчас действует Йоджи Тамура. За что сразу же получил имитацию удара. Ну что, кто сегодня сможет победить, сложно сказать, конечно же. Йоджи Анджо в трико, как зебра. И срочно к канатам мчится просто-напросто, поскольку понимает, что пропустить от Тамуры болевой равносильно поражению автоматическому, и причем очень скорому. Как же сейчас, смотрите, Йоджи Тамура взялся за Анджо, а? Вот рядом канаты, и уже дотронулся до них Йоджи Анджо. Судья очень четко зафиксировал момент касания. Управляет амуницию у Йоджи Анджо. И сейчас даст сигнал к продолжению боя. Да, совершенно верно. Сполз на коленник у Анджо. Ну что, кто-то будет бросать, по крайней мере, попытается бросать. Нет, не получилось. Не прошел бросок. И сразу же захват. Посмотрите, болевой прием. Но, по-моему, Тамура справился. Да, справился, и уже ничего опасного нет. Лежит Тамура, отдыхает в центре ринга, понимает, что руки в замке. Разорвать этот замок вряд ли удастся без его желания Йоджи Анджо. Так что пока все не очень плохо. У Тамуры великолепная техника защиты. И ничего пока Анджо сделать с ним не может. Пока вроде бы имитация такой атаки со стороны Анджо происходит постоянно, но что-то ни к чему эта самая атака не приводит. Тамура как осьминог действует ногами, щупальцами такими, и ничего не позволяет сделать Йоджи Анджо. Вообще техника работы ногами у этих ребят, у обоих, просто фантастическая, согласитесь. И вот сейчас великолепно действовал Анджо ногами. Хорошо он поймал Йоджи Тамуру. Ну что, сейчас, я думаю, уже... Ох, нарвался Тамура. Нарвался. Главное сейчас встать. Но Тамура не из тех, кто... После первого же удара остается на ринге поверженным. Смотрите,
пошел как бы в ноги и получил коленом в физиономию. Сам, как говорится, раскрылся и сам виноват. И Анджо понимает прекрасно, что надо развивать свой успех, конечно же. Попытка подсечки не очень хорошо она удалась. Что сейчас будет делать Йоджи? Пока я, честно говоря, отдал бы предпочтение вот начала боя Йоджи Анджо. По крайней мере, он более активный. Но Тамура, видите, Тамура тоже не так прост. Попытка болевого. И что, дотянется Анджо до канатов? Дотянется или нет? Ох, как выкрутился Анджо. Смотрите, смотрите. Молодец. Очень неплохо сейчас Тамура действовал. Атаковал-то вроде Анджо, вы все видели, да? А преимущество сейчас уже у Тамура. Насколько все быстро меняется. Все это благодаря тому, что оба парня примерно одного уровня, я имею в виду, одного уровня борцы, примерно одинаково они весят, они являются ровесниками. И именно поэтому настолько быстро и обоюдоостро проходит эта схватка, согласитесь. За ней очень интересно наблюдать. Пока небольшое затишье сейчас мы наблюдаем. Руки у Тамуры в замке. А Йоджи Анджо ничего не может сделать. Анджо пытается что-то сделать, захватить руку Тамуры, на болевой взять, но ничего не получается. Вот в очередной раз попытка удушающего, но правая рука сейчас очень хорошо блокировала, правая рука, естественно, Тамуры. Ага. Опять пытается удушающий прием провести Анджо. Но Тамура уходит от этого удушающего очень легко и быстро. Смотрим, что будет дальше. И уже ушел в контратаку Киёси Тамура. Взаимные обоюдо острые захваты ног. А посмотрите, что сейчас делает Анджо, а? Очень неплохо сейчас действует Анджо. Смотрите, стопа Тамуры находится в жестком очень захвате у Йоджи Анджо. Сможет вырваться или нет? Вы посмотрите, из последних сил Анджо атакует. А, это уже Киёси Тамура. Как все мгновенно меняется. На 180 градусов все развернулось. Анджо опять в атаку пошел. Но вроде бы вывернулся Тамура, нет? Ну что, Тамура сейчас немножечко отдыхает, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас очень опасно и очень болезненно для Тамуры это. Вы посмотрите, Анджо постоянно находится в атаке. Заблокировал правую ногу, взял ее на излом. И сейчас пытается провести двойной Нельсон. Так, Нельсон проходит. Так, зафиксировал руки Йоджи Анджо. Нога, по-моему, у... И еще раз удушающий. Но, по-моему, хоть ногу освободил Тамура. И то хорошо.
И теперь сразу же Киёси Тамура перешел в атаку. Пытается разорвать сейчас захват. Йоджи Анджо, не так-то просто это сделать. Разбил. Но так только показалось. Левая рука, видите, у Йоджи Анджо не позволяет Тамуре провести хороший удушающий. Что сейчас будет дальше? Пока в атаке то один, то другой. Да, насколько же неприятно было Тамуре буквально полминуты назад, насколько неприятно сейчас было Анджо. Позволяет Йоджи Анджо Тамуре встать. И чё, но это некрасиво. Сейчас действовал некрасиво Анджо. Сначала он показал, что, мол, вставай, дружище. И только реакция Киёси Тамуры позволила уйти от очень опасного удара. Не проходит, пока не проходит лоу-кики у Анджо. А вот сейчас было неприятно и неплохой бросок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, надо кувырок делать. Кувырок срочно Йоджи Анджо надо было делать. Но вывернулся он по-другому, без кувырка обошлось. Очень неплохо сейчас захватывал предплечье Киёси Тамура, но вывернулся непонятным образом человек-зебра Йоджи Анджо. Вроде бы попытка была обоюдного захвата, но Тамура на мгновение опоздал, и его нога уже оказалась в захвате у Анджо в болевом. Вот с одной стороны сейчас обоюдный захват ног происходит, но все-таки более выигрышное положение у Анджо. Согласитесь. Ну вот партер. Попытка двойного Нельсона пока не очень-то получается. Киёси Тамура пытается провести болевой прием, но тоже ничего не получается. Примерно равные соперники, я думаю, вы со мной согласитесь. Повторюсь, но что делать? Очень хорошо знают друг друга эти два парня. И предельная концентрация сейчас наблюдается как у Тамуры, так и у Йоджи Анджо. Тамура сейчас в атаке. Ну все. Атака завершена. Хорошо сейчас атаковал Анджо, но опять-таки реакция Тамура спасла его. Подсечку будет делать Анджо. Нет, бросил. Бросил, хорошо бросил. Йоджи Анджо. И, судя по всему, попадается он на болевой. Да, канаты, конечно же. Вот так вот увлекся атакой и пропустил контратаку от Тамуры Йоджи Анджо. Ответный выпад Тамуры очень был неплох. Неплохо сейчас атаковал Йоджи Анджо. Еще раз хорошо прошел удар. И, по-моему, это открытие счета. Да, конечно, 12-7. Неприятный сейчас был момент для Киёси Тамуры. Получил он по напряженным мышцам в опорную ногу. Посмотрите. Дважды причем. Очень болезненные такие удары.
И третий раз неприятно очень ударил Анжо. Ну что, надо атаковать? Да! Вот это было сильно. Ну что, Тамура неужели выкрутится? Выкрутился, сам бросил. Это было красиво, друзья мои. Ну почему же так бездарно работает оператор? Не видно. Вот, все. Ага, попытка удушающего в исполнении Тамура. Анжо уходит от этого удушения вправо. И что, сейчас Анжо только защищается, да? Очень обидно, я думаю, он Йоджи Анжо, поскольку в атаке он действовал просто безупречно. Оборона подвела, как обычно. Но это не первый раз такое подмечается у Йоджи Анжо. Так что можно было это ожидать. Кстати, скажу вам, что Киёси Тамура совсем-совсем недавно оправился от довольно-таки тяжелых травм. У него было время отдохнуть, подлечиться. И сегодня он, конечно, демонстрирует великолепную физическую готовность. Ох, сейчас в атаке, смотрите, Анжо. Но великолепно действует Тамура. Великолепно. Пусть канаты. 12-6. Двукратное преимущество у Йоджи Анжо. Тамуре надо быть немножечко поактивнее, на мой взгляд, поскольку ну, то, что симпатии публики, опять-таки, на мой взгляд, субъективной на стороне Анжо, это... наверное, так оно и есть. Тамура действует больше на контратаках. Он как-то не очень активно себя ведет. Кстати, и Тамура, и Анжо, вы заметили, демонстрируют удивительную просто-напросто выносливость и технически просто безупречные приемы. Что, болевой? Болевой, да, совершенно верно. Что будет делать сейчас Тамура? Канатом? Да. 12-5. Неприятно сейчас Киёси Тамура, да. А что делать? Ведь известно, лучшая защита нападения. Надо переходить к активным действиям. Вот, как будто услышал. Как будто услышал. Сразу же попытка болевого, но не столь... очевидное, скажем так. Понятно, что и Тамура, и Йоджи Анжо очень хорошо владеют болевыми приемами и могут предугадать следующий маневр противника, но тем не менее. У кого-то болевые получаются лучше, у кого-то хуже. Это, как говорится, на любителя. Но то, что пока ни один болевой прием не дошел до цели, это точно. Смотрите, как сейчас отпрыгивал Анжо. Тамура не позволяет Анжо дотронуться до каната. Смотрите. Нет, получилось все-таки у Анжо. Запутал. Запутал Анжо Тамуру. 11-5. Да, вне всякого сомнения, оба сегодня хороши. Как бы бой этот ни закончился, оба достойны всяческих похвал. Как минимум за то удовольствие в течение, ну уже сколько, порядка 20 минут, наверное, они борются, да? И безупречные с технической точки зрения и Тамура, и Анжо. Еще один болевой. Великолепно Анжо действует теперь, да? Но удалось немножечко разжать эти тиски Йоджи Анжо. Выпрямить ногу. Да там плюс еще и попытка удушающего. Чем закончится? Ничем.
хотел сейчас сделать кувырок Тамура и таким образом перевернуть Йоджи Анжо, как бы развернуть позицию в свою сторону, удачу. Но, тем не менее, не получается. Это у Тамура, очевидно, силы все-таки не беспредельны. Ну, даже не очевидно, а это совершенно точно. Все-таки достаточно уже долго они борются. Анжо в атаке. И я так понимаю, что меньше 10 минут осталось до окончания поединка. Предлагаю рассмотреть возможное развитие событий, поскольку, судя по всему, нас ждет чуть ли не все 30 минут боя. Итак, победителем может быть признан человек, который одержал победу, как говорится, вчистую за счет нокаута, то есть за счет болевого приема. Это пункт один. Второй победитель может быть провозглашен, если он заставил своего соперника списать все баллы. То есть кто-либо из бойцов сегодня получит нолик, как говорится, баранку в свой, нельзя назвать это активом, естественно, пассив. И таким образом тоже будет объявлен победителем человеку, у которого останутся баллы. Во всех остальных случаях, при исходе по окончанию времени, если счет даже будет 15-1, будет объявлена ничья. Вот такие правила бусидо, с этим надо считаться, но что делать? Если сейчас преимущество, по идее, Йоджи Анжо абсолютно очевидно. Но, тем не менее, если он все-таки не дожмет Тамура до окончания основного времени, то, как говорится, извини, Йоджи Анжо, ты виноват сам. Надо было больше бросать, больше применять болевых приемов. Тем не менее, сейчас преимущество у Анжо, но у нас еще есть порядка 5-7 минут, и все может произойти за это время. Тамура сейчас пытается провести атакующий прием. Йоджи Анжо очень грамотно обороняется. На мой взгляд, к этому поединку лучше подготовился Емельки. Ох ты! Нельзя так действовать. Йоджи Анжо запрещенный прием применил. Коленом в голову, в шею. Да, я думаю, сейчас, конечно же, счет не будет открыт. Но предупреждение Йоджи Анжо уже заработал. Да, совершенно верно. Ну, случайно, да. По-мужски сейчас поступил Анжо, протянул руку с извинениями. А смотрите, как хорошо действует Тамура. Сразу же в контратаку и уже 9-5. Все меньше и меньше преимущества Анжо, которое казалось неоспоримым. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Или это не заслуга Анжо, а, скорее всего, ловкий уход от удара в исполнении Тамуры. Попытка сейчас удушающего приема. И прямо к канатам. 5 минут до окончания поединка. Но пока преимущество у Анжо 9-5. Это касание канатов сейчас никому баллов не добавило и не вписало. Поскольку, ну, просто не хватило размеров ринга. Ой-ой-ой! Вы видели, что сейчас было? Какой удар сейчас пропустил Киёси Тамура в опорную, по-моему, в коленный сустав. Неприятно. Неприятно, тем более, как раз опирался на эту левую свою ногу Киёси Тамура. Но находит он силы контратаковать. Находит. Йоджи Анжо, естественно, движется к канатам. Тамура всячески этому препятствует. И дотронулся до канатов. Анжо 8-5 уже. Преимущество тает на глазах. Вроде бы за внешний
такой вот завесой эффектных приемов. Ой-ой-ой-ой, как сейчас неплохо атаковал Йоджи Анджо. Действительно, посмотрите. Ну что, открывается счет? Да, конечно, 8-2. Нет, вот только я сказал про внешние эффекты. Они еще и эффективны в исполнении Анджо. Публика требует хлеба и зрелища, это естественно. Ну что? В атаке продолжает действовать Йоджи Анджо очень хорошо. Я уже сказал, что, на мой взгляд, Анджо лучше подготовлен к этому поединку. Хотя мы все знаем, что можно и со счета 10-1 проиграть. Цена ошибки очень велика в Бусидо. Так, Тамура сейчас пытается провести болевой прием. Ну, что-то вот, очевидно, поправляет резинку на штанах, что ли. Я не могу понять. Уйдет Джанжо Киёши Тамура. Пока никаких проблем у Йоджи Анджо. Кстати, расскажу вам, что раньше Анджо, кстати говоря, вот до того момента, как прийти в Бусидо, занимался дзюдо, и он обладатель ни много ни мало черного пояса. Уже не раз и не два проходили удары по опорной ноге в исполнении Йоджи Анджо. Эти удары неплохо у него проходят. Канаты рядом, так что Анджо, в принципе, нечего беспокоиться, на мой взгляд. Преимущество на его стороне, причем оно довольно-таки немалое. Минута до окончания поединка, друзья мои. Ровно минута. И что же, 8-1 в очередной раз дотронулся до канатов Киёши Тамура, выигрывает Йоджи Анджо. Обанцы! Кто раньше встанет? Еще один захват. Очевидно, Киёши Тамура понимает, что пока он проигрывает по баллам, ему надо действовать очень активно. Ну что, судья ждет сигнала от Йоджи Анджо, проиграет он или нет. Ему 8-1, ну что? Да, время завершилось, друзья мои. Это фантастика. Вы посмотрите на Анджо, как он недоволен. Ну, это, собственно, и неудивительно. Огромное преимущество у Анджо, но, тем не менее, результат этого боя ничья, поскольку не сумел все-таки Анджо довести количество баллов своего соперника до нуля. Хороший бой. Две особенности у него. Первое, то, что продолжался этот бой все отведенное время. Ну, а второе, то, что бой этот завершился в ничью. Такое действительно редко можно увидеть. Итак, у нас перед глазами прошли три разных боя, три разных стиля, три сражения, которые потребовали от участников напряжения всех сил. И именно поэтому толпы зрителей каждый раз возвращаются на трибуны.